27-летний Азамат начал свой бизнес в сентябре прошлого года. Он продает запчасти для сельхозтехники. Молодой человек получил кредит в размере 6 миллионов тенге по программе «Енбек». Годовая ставка 3%. По словам предпринимателя, это хорошая возможность для того, чтобы открыть свое дело. Программа очень удобная, есть субсидии, все есть. Как бы очень удобная программа, в принципе, кредит, он сильно, так скажем так, не напрягает. Не пожалели. Сейчас так бы, то есть в процессе расширения еще набираем сотрудников. Но сейчас получается от нас трое. Кроме того, Азамат занимается перевозкой зерновых культур и инертных материалов. Земляки довольны, ведь здесь немало крестьянских хозяйств, занимающихся сельским хозяйством. Спрос есть. Это очень удобный магазин. С появлением этого магазина появились большие плюсы, потому что раньше приходилось, приобретая какую-то запчасть, которая стоит, может быть, 1000 тенге, приходилось ездить за 40-60 километров. Это либо в Астану, либо в Осакаровский район Карагандинской области. С появлением этого магазина для многих сельхозпроизводителей Аршалинского района появилось много удобств. В прошлом году в рамках программы «Енбек» в районе выдано 36 кредитов на сумму 143 миллиона тенге. А это значит, что все больше желающих открыть собственное дело. Текущий год также радует своими показателями. В этом же году обучились по «Стау бизнес» и получили гранты 16 человек на сумму 8 миллионов 800 тысяч тенге. Кредиты получили 5 человек. На сумму 26 миллионов. Большинство уже получили опять по кредитованию по программе КАСЭПКЕР, развитие животноводства. Работа в целом дальше по районе продолжается. Безусловно, карантин повлиял на многие сферы, в том числе и бизнес. Предпринимателям сейчас нелегко, но и здесь государство не оставляет их без поддержки. Зарина Дюсюкеева, Айгуль Узекова, Азамат Бекмагамбетов, Жамбыл Балтаев, Кокша Акпарат.